Ребята, всем привет! Вы на канале Улика Малика. Сегодня мы будем наклеивать моноклейки на интересной книжке. Моноклейки! Это книжечка про маленького медвежонка, который отправился в магазин. Еще в этой книжке были вот такие вот интересные наклейки. Каждая наклеечка должна найти свое место вот в этой книжке, в этом рассказе. Несмотря на то, что рассказ у нас на французском языке, мы будем читать по-русски этот рассказ. Вот где вот такие пустые места, их нужно будет заполнить наклейками и аккуратненько вклеить в книжечку, чтобы получилась красивая иллюстрация. Малика, поможешь? Да. Тебе нравится наклеивать наклейки? Да. Ребята, кому нравится наклеивать наклейки в книжке, ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Итак, мы начинаем рассказ про маленького медвежонка в магазине. Маленький медвежонок живет вместе со своей мамой. И в один прекрасный день мама говорит: «Я иду в супермаркет, чтобы сделать некоторые покупки. И также не забуду что-нибудь купить тебе». Но маленький медвежонок просится у мамы взять его с собой. И она говорит ему: «Хорошо, но только если ты не будешь ничего просить». Итак, давай сейчас выберем, какие нам нужно будет сюда наклеить наклейки. Выбирай, что ты хочешь сначала наклеить. Вот это. Так, а что это у нас такое? Мячик. Это похоже на что-то кругленькое, мячик. Что-то мячик. Мячик. Может, это вот это вот? Нет, это бабочки. А где мячик? Давай, ищи мячик. Вот он. Вот этот мячик. Я сама знаю. Давай, конечно, давай, все сама будешь делать. Так, вот. И теперь нужно наклеить его на нужное место. Так. Следующая наклеечка у нас будет какая? Здорово. Следующее сейчас посмотрим. Так, где-то у нас тут колбасы, глазки. Так. 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 Там где-то колбасы. Так, глазки. Тут вообще нет карандашов и красок. Ну давай я тебе помогу. Карандаши и краски, да? Вот, вот это. И. Вот они. Ну а чего ты сразу-то не можешь найти? Да я слепая. Давай, наклеивай. Вот. Давай, показывай. Так, показываю, конечно. Так, молодец. Хорошо. Ой, только вот тут. Ничего страшного, не надо сейчас ничего отклеивать, все. Видишь, она уже туго приклеилась. Ничего. Давай следующую наклеечку. Что тут у тебя еще нужно наклеивать? Так, вот эту лошадку. Так, так ищем лошадку. Где эта лошадка? Вот она. Где? Вот она. Вот эта лошадка. Ну, давай отклеиваем лошадочку и приклеивай. Вот. Так, вот она. Угу, давай. Аккуратненько ее склеиваешь. И приклеиваешь на место. Помочь? Нет, сейчас посмотрим, вот так зайдет или нет, или это. Подходит? Подходит, по-моему, да? Хорошо. Так, и следующее, что тут еще нужно нам наклеить, мне кажется, вот что-то вот здесь, да? Какая-то полочка. Полочка. Давай. Нашла полочку? Можно мне посмотреть? Так, вот давай, отклеивай. Давай. Интересно. Так. Значит, маленький медвежонок собрался вместе с мамой за покупками. Да? Ой, пустите. Малика, ты ничего не забыла на этой страничке? Так, посмотрим. Посмотри внимательно. Ничего? А, вот это кусочек. Конечно, ты забыла про маленькую кисоньку. Вот кисонька-мурлысонька. Вот она. Давай, кисоньки, малыш. Разве это она? Тут оно. Ну, давай, попробуй. Попробуй. Сейчас я посмотрю. Вот тут есть еще такая большая наклейка. Ну, это пингвин. Да, пингвин. Ну, у него здесь нету на этой странице. Вот. Война есть. Нет, он, наверное, на следующей странице или на другой. Война. Война, они нас.
на всякий случай это бизнес. Да. Так, я не могу сделать бизнес. Давай я тебе помогу. Сама? Я сама. Классно придумала. Вот прям так сделать. Да, классненько. Ну, давай. Вот мы уже сделали вот эту картинку. Первую страничку мы уже ее оформили. И теперь будем делать вторую страничку. Переворачивать. Вот она! Такая интересная будет. Такой издали. Давай почитаем, что у нас здесь написано. Итак, маленький медвежонок пообещал маме, что он не будет у нее ничего попрошайничать. И они пошли в магазин. Да нет! Мама, да. Когда мама, они подходили к магазину? Да. Когда они подходили к супермаркету, маленький медвежонок увидел кондитерский киоск, где продают разные сладости, а также киоск с воздушными шарами и игрушками. Малика, давай найдем здесь недостающие наклейки и все-все наклеим, чтобы картинка у нас ожила. Я хочу начать с личика вот этого медвежонка. Ну давай. Может это вот этот вот медвежонок? Да, вот это. Ты про него говорила? Да, про него. Давай. Да. Сейчас нажимаем. Так, нет. Хорошо. Да хорошо получается. Итак, следующее, что ты хочешь наклеить? Так, очень много наклеек. Следующая вот эту собачку. Собачку, давай вот собачку. Она. И уже и собачку нашла. Маленькую, да? Давай. Да большая, она, видишь, какая? Такая нормальненькая. Отклеивай, приклеивай ее в нужное место. Ребята, а вам какие нравятся наклеивать наклейки? Пишите в комментариях. Мачка. Что молоканчики, ребятки, посмотрят, и они не узнают, что ты говоришь. Ничего страшного. Значит, они потом посмотрят и спросят у кого-нибудь. Хотя здесь и так все понятно, что мы наклеиваем наклейки на нашу интересную книжку. Ну что, я думаю, что здесь еще нужно маме приклеить сумочку, а то как она пойдет в магазин без сумки? Да. Правильно? Я уже нашла сумочку. А я уже нашла. Ребята, вы нашли сумку? А, я вот. Вот она, самая малюсенькая, самая мизинец сумка. Ну, давай. Мизинец – это сумка. Нет, это мизинец. Самый маленький светофор. А, тут еще вон светофор. Самый маленький мизинец. Так. Далее что ты хочешь наклеивать? Так, бабочку хочу. Здесь еще бабочка есть, да? А где тут бабочка? А я нашла, она. Правильно. У тебя неплохо получается. Классная попа. Мне этого сапку нельзя. Что, сапка умеет летать, что ли? Говорю тебе, сапка. Я не хочу сапку клеивать. Вот. Покажи нам. Вот такая бабочка. Малика, подожди, она у тебя прямо на руку села. Ты не боишься, что она может улететь? Давай скорее приклеивай ее. Малика, приклеивай скорее, сейчас улетит. Она забит ночью. Может быть, да. Давай скорее приклеивай. Где она? Пусть улетает. Ну а тогда у нас картинка. Не получится полная. Да пусть улетает, все улетает. Давай следующее. Что еще тут не хватает? Шарик. Вот ищи шарик. Вот он. Да ты как быстро все находишь. Ну давай, давай, шарик. Так. Ой. Опять тут шарик. Ну, может быть, его в другое место нужно будет приклеить. Думаю, а ты посмотри внимательно. Стоп. Не знаю, ты... я вижу. А, ты поняла, да, что это на другую, вот, что это вот здесь нужно его приклеивать. Так. А как же вот этот шарик? Его здесь не будет? Ой. Ну это. И, кстати, здесь я тоже не могу найти шарик. А, вот, я нашла. Давай, вот еще один. Он как раз вот сюда подходит. Да, одинаковый, да? Да, по окрасу. Все одинаковые.
Давай. А как там песня-то про банана? Миньона, банана. Нет, нет, не про миньоны. А как-то же есть какая-то песня, помнишь, я на держине играла? Так, так, вот так. Так. Вспоминай. Я чуть не могу вспомнить. Правда. Сейчас я немного вспомнила, но сейчас. Так, там. Там. Да не могу вспомнить. Ну ладно, наклеивай наклейки. Давай, наклеивай шарик, сейчас вспомни про эти бананы. Мальчика, это вообще. По какую-то песню банана. Да чё, там что-то ты, что-то бананы. Банана. Мальчика, не бананы, а другое слово, не просто бананы. Давай теперь вот туда наклеивай. Какие еще бананы? Ладно, давай наклеивай. Потом вот я и сасна, посмотрю. Вот оно. Вот сайку, давай, самый давай. Мизинец. Самый мизинец, это значит самый маленький? Да, вот. Сейчас улетит у тебя гелевый шарик. Наклеивай скорее. Так, смотри внимательно, куда наклеивать. Здесь вот улетает он. Голубой шарик, а есть вот такой красный. Наверное, вот сюда. Наклеивай. Это полусайк улетает в небо. Ой, простите. Неправильно, надо перевернуть. Ниточки, смотри, куда смотрят. Давай я посмотрю. Можно мне посмотреть? Ты разрешаешь, да? Вот, правильно. Наклеивай теперь сюда еще маленький где-то. Где-то еще маленький заблудился шарик. Вот, малюсенький мизинчик. Где же у нас малюсенький мизинчик? Что-то совсем не видно. Клим, я не могу так сделаться. Ладно, давай оставим. Давай что-то другое наклеим. Да нет. Вот, например, вот такой цветок найди или вот такую еще киску. Мальчика, да нет, самое. Вот цветок, наклеивай цветок. Мальчика, самое опасное это сал. Давай, цветочек наклеивай. Да. Шарик оставь, когда у нас останутся наклейки, мы наклеим. Давай, наклеивай сначала это. Ну как у нас? Давай, наклеила. Вот. Давай теперь так киску наклеим вот эту. Вот эту киску наклеивай. Я сама. Вот такая угу. Кисочка сейчас убежит, она у меня. Ну давай скорее ее приклеивай. Вот сидит у меня на пальце так. Вот так. Так. Она на твоей полке тут на киску тут делается. Ну давай это дальше. Будем читать, переворачиваем страничку. Дальше, значит, у нас следующее. Маленький медвежонок отпустил руку мамы, которая была занята выбором новой одежды, и он отправился бегом в магазин игрушек. Вот как он побежал, да? Удивительно. Маленький медвежонок был так очарован таким огромным количеством игрушек, что одна из них определенно привлекла в него внимание. Давай наклеим наклейки теперь. Так, змея, я нашла змею. Давай, наклеивай. Вот змеюка, страшная змеюка. Здесь она с вас, ребята, сосала. Сейчас она вас кусает. Сейчас она вас кусает. Ням-ням. Ау! Наклеивай. Она немного откусила, говорит. О, мистер, собачки, вы нас не съедите? Нет, просто... Пусть я покусаю. Угу. Следующая наклейка. Давай лошадку приклеим. Почему она лезет так? Ищи лошадку, я не могу найти лошадку. А вот она. Вот она, лошадка. Держи. Лошадка. Давай наклеиваем нашу лошадку. Лошадка, лошадка. Так. Дальше вот такую вот смешнульку. Где смешнулька? Вот она у нас держит. Вот она у нас. Держи, тебе буду помогать. Давай. У нас светочка этому медвежонку. Так. Теперь вот такую вот еще мы наклеим. Птичку, которая что-то в клювике. А, это у нее сумочка какая-то. Вот сюда. Смотри. Вот здесь. Вот здесь, Малика. Аккуратно. Аккуратно. Простите, ничего страшного. Наклеивай. У нас не маленькая ЦП, так. Я же тебе показала, вот. Вот, у меня сейчас
Оно летает. Ну давай наклеивай. А это маленькое платьишко, которое тоже сейчас мы будем наклеивать. Маленькое такое. Ну давай наклеивай сначала птичку. Так, и теперь наклеиваем платьишко. Но я сама. Это не платьишко, ну, а кофточка. Тоже хочется немножко помочь тебе. Так, вот так. Так, вот такого пёсика теперь наклеиваем вот сюда. Ты наклеил, ты запросила? Да. А вот такого пёсика я вообще не могу найти здесь. А я знаю, где его найти. А, вот он. Ну, давай, я поможешь наклеить? Я видела вот этого. Держи, посмотри, точно он? Точно он. Так, вот такого еще нужно тут найти. Вот этого, вот это кто у нас тут? Шапочки. Это... В шапочке, вот, я нашла. А, это комбинезончик у него. Ну давай, наклеивай. Вообще-то не комбинезон. Наклеивай, будем следующую читать страничку. Угу. Так, вот такая у нас страничка получилась. Красивая, красочная. Да. По-моему, замечательно. Да? Итак, далее. Ой, ты, господи, плачет. Из-за такого количества игрушек маленький медвежонок забывает о маме. Но вскоре... Он вспоминает ее и начинает кричать со слезами. «Мама! Мама! Где ты?» Продавец спрашивает у него, «Что случилось?» Маленький медвежонок отвечает, рыдая. «Я потерялся! Потерял маму!» «Хорошо! Знаешь ли ты номер телефона мамы?» – спросил его продавец. «Да нет, вот этот!» «Это продавец!» А это медвежонок, давай мама, наклеивай картинку. Мама, это не продавец, это просто такая козочка. Ну как козочка, если это продавец, наклеивай. Да вот нет, это не продавец, а это продавец. Ну мне кажется, что все-таки вот это продавец, нет, потому это что он продавец. Стилист. Малика, зачем ты споришь, если да. Я тебе говорю, да. Что да, вот нет, это нет, видишь, он на кассе, видишь? Так, ладно, пусть жира. Видишь, на кассе, видишь? Пусть жира будет продавцом, наклеивайте, да ладно. Видишь, он на кассе, видишь, касса, видишь? Ты не сюда наклеила, по-моему, правильно? Там? Сюда! Ну хорошо, давай следующую вот сюда. Вот сюда. Потом зайку вот такого вот сюда наклеивай. Ну-ка. Зайка. Да, просто личико зайки. Просто личико зайки. Просто личико, потому что он сидит за столом. Маленькая чашечка. Маленькая, малюсенька. Вот сюда малюсечка. Сами мизинцы, сейчас я его выпью. Давай, наклеивай. Попила, наклеивай. Да. Аккуратно. Матка, папа смотрит. Давай вот еще одну наклейку наклеивай вот сюда. Вот собачка. Сюда. Давай скорее наклеивай. Так. Вот собачка. Симпатично, очень даже. Я вот такого наклеила листенка. О, вертолетик. Кто будет наклеивать вертолет? Я. Ну, конечно, я не сомневалась. Вот он сейчас. Наклеивай вертолет. Далекий. О, это пингвин. Самая-самая большая наклейка. Биг стикер. Давай, Точка. Наклеивай. Я... Сначала наклеиваешь вертолет вот сюда. А я еще буду делать пингвина. Вот такой. Давай, самую большую наклейку твою наклеивай. Самая большая наклейка. Наклеивай. Самая большая. О, и легкая. Самая большая и легкая, да. Вот такая она. Ага, ну давай. Кукольная. Немножко это неровно наклеила, но ничего. Да пусть она так мальца. Такая получилась картинка. И последняя у нас страничка. Мы еще школьную будем снимать. Да. Маленький медвежонок вспоминает номер телефона его мамы, и он немедленно говорит его продавцу. Мама медвежонка очень быстро прибежала. Она также очень испугалась, но она была очень счастлива найти своего сына. Взявши в за руки, маленький медвежонок и его мама отправились обратно домой. Ну что, давай наклеим наклейки? Наклеивай светофор. Это самая маленькая, да, у нас наклеечка? Самый маленький. Светофор, давай вот. Самый маленький мизинец. Вот туда наклеивай, пожалуйста. Самый маленький мизинец. Сейчас еще вот такой зайка, попрыгайка.
зайчика наклеена. Привет, 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 привет. Он сейчас скачет. Тук-тук-тук-тук. Потом вот такая собачка будет у нас. Вот, 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 тук-тук-тук. Привет! Давай, наклеивай. А можно мне собачку наклеить? Так, он как-то вот так сделался. Он как-то вот так идет. Ну, как неваляшка. Так, и еще у нас птичка здесь малюсечка, вот такая вот маленькая. Я сама вот это мизинчик, маленький, маленький мизинчик. Ну, наклеивай, Малика. А мизинчик, это маленький, какой-то мизинчик. Чей-то портрет, постер. Кисы? Портрет. Наклеивай да птичку не сначала. Не портрет, это мама. Это просто такая наклейка. Хорошо. Да. Так, я думала, что это вообще да. Нет, вот сюда мы будем вот эту наклеивать, малышку совсем. Мальчика, не надо. Я хочу все. Уже все, поздно. Так. Ага, молодец. Мы закончили вот эту. Подожди, мы закончили. Но! У нас осталась почему-то одна наклейка. Малика, быстренько давай пролистываем. Ищи место. Давай, местечко, ищи, где ты не наклеила. Где мы забыли, что пропустили? Ты сможешь найти это место? Не смогу. И я не могу найти. Так, о, нет. Ищем. Ребята, помогайте нам искать. Малика. На. А, вот я нашла. Вот, вот, вот это место. Вот, вот пицца. Вот пицца. Оно, это место. Малика, пицца. Я последнюю наклейку доверяю тебе, чтобы мы закончили нашу... Мне летел пицца посмотреть, что в школьной книжке. Так. Вот так она валится. Так. Классно. Вот так она валится. Пицца. Нельзя не насладиться. Вот, мы еще будем снимать вот. Вот про это, да? Вот да, это у нас такая есть еще одна книжечка. Мы ее в следующем видео ребятам покажем. Ага. Ребята, если вам понравилось Маликино видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лика Малика. Лайки, лайки, лайки. Малика, что ты хочешь сказать своим подписчикам? Ставьте лайки, 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 лайки. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока, до новых встреч!